Михаил Ломоносов, Владимир Высоцкий, Андриан Николаев и другие. Сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении имен наших великих соотечественников 44 международным аэропортам России. Среди них и воздушная гавань Чебоксар. Имена, которые присвоили аэропортам, россияне выбрали сами в рамках проекта «Великие имена России». В бюллетенях, которые распространяли волонтеры, и на специальном сайте жители страны голосовали за предложенные варианты. Проект стал по-настоящему народным. С 8 по 30 ноября в голосовании приняли участие почти 5 миллионов человек. Изначально в списке вариантов для Чебоксарского аэропорта было 15 имен. В финал вышли трое. Это всемирно известный офтальмолог, создавший искусственный хрусталик Святослав Федоров, просветитель, основатель чувашской письменности Иван Яков, и первый чувашский космонавт и третий космонавт в мире Андриан Николаев. Именно он стал безоговорочным лидером. Отныне Чебоксарский аэропорт будет носить имя Андриана Григорьевича Николаева.